Лучших спортивных деятелей края наградили денежными премиями. В Хабаровске прошел торжественный прием, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Губернаторскими премиями были награждены победители соревнований школьников края и конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований. Денежные выплаты присуждаются с 1999 года в целях поддержки и дополнительного стимулирования лиц и организаций, развивающих физическую культуру и спорт в крае. За это время 92 работника социальной сферы, 48 организаций и 70 общеобразовательных учреждений были удостоены премий. В ходе приема были награждены участники универсиады в Казани, боксер Андрей Замковой и его тренер Феликс Гелюс, а также игрок футбольного клуба «Скайэнергия» Владислав Никифоров. В России День физкультурника отмечается с 1939 года. Сегодня в крае насчитывается 327 тысяч людей, занимающихся спортом.